господа, премьера Яны Рудковской. На льду Пьер Нарцисс и Виолетта Афанасьева. На сцене Яна Рудковская, на льду Виолетта Афанасьева и Пьер Нарцисс. Виолетта Афанасьева и Мудио Макута Наполеон де Цезар Пьер Нарцисс. Примерно так звучит полное имя Пьера, но с его правильным произношением справляется только сам Пьер. Если бы я никогда не знал и не смотрел наше шоу и не знал исполнителей, я бы был полностью уверен, что Яна Рудковская – профессиональная певица, Пьер Нарцисс – профессиональный фигурист, а Виолетта Афанасьева просто так погулять вышла. Ей-богу! Женя, задавай вопрос. Яночка, я восхищен. Молодец. Спеть я для тебя не смогу, но сделаю. Браво! Евгений Плющенко. Яна, как тебе в новом качестве? Ты знаешь, мне кажется, я сегодня спела песню «Гимн сильных женщин». Поэтому мне было очень приятно ее исполнять. И, ты знаешь, я очень хорошо себя чувствую вот на сцене. Ну, кстати, это действительно было очень органично. А можно я спрошу? Ян, пела действительно как профессионалка, но ощущение такое, что твоим хореографом был Пьер Нарцисс. Димочка, ты знаешь, это не самый плохой вариант. Абсолютно точно. Если был хореографом Галкин, ну что тут. Янушка, спасибо большое. Удачи, спасибо. Пока. Увидимся дома.